Доброго утра всем, друзья. Завтрак в отеле Zanzibar Star выглядит вот так вот. Сегодня яичница, глазунья, можно омлет по желанию, сосиски, тушеная фасоль, картошечка тушеная со специями, тушеные овощи на пару. Набор фруктов состоит из манго, авокадо, маленьких бананчиков, кстати, очень вкусные, и арбуз. Вот, собственно, такая менюшка. Всегда на столе присутствуют соусы, обычный кетчуп и чили. И также есть молочная овсянка, да? Молочная овсяночка. Вот. И кофе, чай вы берете на стоечке бара Мамба Джамба. Сколько хотите. Ну, то есть кофе насыпаете сами себе порцию в чашку и доливаете кипяточек. Также чай пакетированный присутствует на стоечке. Еще маленькое дополнение. Только что принесли, официант принес вот такой вот сок. Или манго, или ананас, они у них разные. Ну, натуральные, возможно, они их чуть-чуть разбавляют, чтобы не была такая большая концентрация. Но соки натуральные, то есть нету этих порошковых, которые обычно в отелях присутствуют. Ну, здесь и грех, конечно, не пить натуральные соки, потому что авокадо, манго, ананас – это тут самые распространенные такие фрукты, которых здесь полно, тем более сейчас сезон. Выбираем в магазине местные украшения. Вот такие вот браслеты купил, смотрите, в местных цветах. Папа украинец. А, Украина, да? Да. А вот чудо, продавец. Как тебя зовут? What is your name? My name is Ronaldo. Ronaldo? Да, на футбол. Ага. А, настоящий. Да, 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 да. Барабанщики. Смотрите, сколько товара у него тут. Какого хочешь. Сережечки вот такие. Браслеты. Ага. На магазин. Ну хорошо. Короче, вот такие браслеты тут получились 15 тысяч шиллингов. Это, ну, грубо говоря, 7 долларов. Это примерно так же. Украина, сейчас вам покажу еще магазин, что здесь есть. Куча всяких сувенирчиков, таких слонов, бегемотов, носорогов, в общем, весь животный мир Африки тут вырезан из дерева. Маски, он такой пестрый, тут всего так много, что не знаешь, куда смотреть. Вот пепельнички, кстати, красивая, прикольная пепельница, кстати, такая. Папа Мани. Папа Мани? Да, сюда. Деньги. На сумка, да? Сумка здесь. Вот. Забыл. Смотри. Да не. Ты шо? Сдох. Да не, ну. Сколько? Чувак, да, это не. Очень много. Не. Смотри на скетыках, папа. 2, 5. Не. Да ты шо? А за шо? Они шо, серебряные? А, да, шо? Да, два. Да шо, я понимаю, что 2. Так а шо такая цена? По 2,5. Вот это цены у тебя. Ты давай это сам. Мы тебя уже взяли. Вон... Давай, да, сняв, давай. Мы тебя уже браслетов взяли на миллион. Да, окей, смотри. Окей. Мы потом назад будем идти. Не потом. Не, потом. 10. Пляж, друзья, наш пляж. Смотрите, рыбачки на рыбалке. И так каждый день. Во время отлива они приходят сюда со своими сеточками вот этими, которые похожи на тюль или на марлю, что-то такое. И вот
загоняют вот так вот рыбку. Так, а мы отправляемся в сторону Кендуэ. Друзья, смотрите, какой торговец к нам подошел. Это ж земляк, смотрите. Герб Украины, все дела. Юридио. Юридио? Ага, окей. Хахов, Украина? My friend from Ukraine, he give me gift this one. О, видите? Yeah. Так что наши люди везде, даже на Занзибаре, друзья. Hey, my bro, how are you? Ой, сколько же вас тут пришло? Акуна Матата. Ага, что там собирал? Акуна Матата. Хорошо. Да, хорошо. Yeah. Yeah. Так. Коньяк и долго. Сейчас купим ананасик. Выторговали, в общем, у него ананас за 3000 шиллингов. Вот смотрите, они их так вырезают, сразу режут на кусочки. Короче, готовы к употреблению. Остается одна кожура. Держи. Ложи свой сюда, какой? В тенек. Все, брат. Хохол! Украин! Спасибо. И тебе спасибо. Давай удачи. Ты что, мажешься кремом? Да, да. Сэр. Ты? Yes. Ты? Я крем, чурист. Ну, ми, ну. Ты? Я думал, ты мажешься. Ми, сан, не проблема. Ми, не проблема. Это специи. Специи, кариса. У все есть. А Масай, your friends? No, Масай, no friends, Занзибари. Масай, Занзибари, no friends. No like Zanzibar, Maasai, no like. No good people, Maasai, no good people. Это все не натурал, не натурал. No, this no real Maasai, this is plastic Maasai. Plastic. No original, no original. Original Maasai. Не оригинальное Maasai. Yeah, Tanzania, Tanzania, original Maasai, Tanzania. Zanzibar не Maasai. Понятно. Все настоящие масаи живут в Танзании, на материке. Пластик. Они не едят рыбу, он сказал. Да, они говорят трибу, на английском. Yeah, трибу, мазай, Танзания. Масай, фиш, но? No, eat ням-ням, фиш, но мазай. No, eat. This coming here, ням-ням, фиш, но масай. Телефон, кочевые племена. Масай, телефон, масай, go, music, party, но масай. Women, Европа, women. Да, масай, пластик. Но рыль масай. Пластиковые, ну понятно, настоящие, да. Пластик масай. Они держат скот, они пасут его, пьют молоко, питаются молоком, мясом. Вырывают да. зубы, да, масай coming here only for find the tourist ladies. For джиг-джиги, джиг-джиги леди. Да, масай джиг-джиги леди, ну понятно. Make magic. Magic, get ladies, European ladies. Mm-hmm. Like German, Italiana. Понятно. Угу. Приезжают сюда джиги-джиги к масаям. Кашанга-кашанга. Ага, понятно. Кашанга-кашанга. Кашанга-кашанга, масаи. Папа Карло, это уже наш друг. Он сюда приходит. Да. Зовут Папа Карло. Вырезает свои пепельнички, стаканчики с кокосовой скорлупой. Да, пепельница, да. И рассказывает нам истории. Да, правду про Занзибар. Что тут настоящее, а что тут бутафория. Кокос, стакан, да, стакан. Гуляем по Нунгви. Пришли в новое место для нас, в новую локацию, мы тут еще не были. Вот такая тут красота. Направо пойдем или налево? Короче, ну, конечно, в этих улочках тут пиздец полный, блядь. Да, мне нравится. Не, ну, как бы, не убирается мусор тут, такое оно, знаете, как бы. Смотрите, стоит машина. Я не знаю, сколько она тут стоит уже. Лет. Там он строится какой-то отель. Будет вход, смотрите какой.
под крышей соломенной или пальмовой. Короче, это мы зашли уже в такую деревню-деревню. То есть отели там остались чуть в стороне. Идем посмотреть, как живут местные люди. Срач, конечно, тут еще тот. Ну, не такой, как в Индии, все равно. Ну, в Индии, может, за счет того, что как-то зелени больше вроде, и пыли нет такой. Да, тут очень пыльные улицы. Это маленький баобабик, да? В Индии они не такие пыльные. Да, это маленький баобабик. Вот так выглядит, друзья, баобаб. Просто среди улицы. Это остров Занзибар, Танзания. Вот строят какой-то отель, наверное. А напротив такие вот лачуги местных жителей. Вот такой он Занзибар. Двуликий, скажем так. Холёные отели соседствуют с такими бедными районами. И дорог по деревням, именно по улицам деревенским, вообще нету. То есть слово асфальт можно как бы забыть вообще. Здесь просто какой-то каменистый грунт с слоем пыли. И все. Вот это, друзья, деревня Нунгви. Вот так вот здесь выглядят практически все улицы. Вот еще такой перекресточек местных улиц. Вот так вот. Смотрите, бугенвалия вся в слое пыли. А вот обменник. Вот так выглядит обменный пункт валют. Магазин одежды. Очередная макашница, где жарят курицу, картошку фри, салат с капусты, бананы вон. Вот это вам, друзья, Занзибар. Кстати, тук-тук, смотрите, похож на индийский. Ну, вот такие улицы. Ну, вот еще магазин. Всякая всячина. Опять одежда. Тоже какой-то маркет. Местные куры гуляют. В общем, вот такой здесь колорит, друзья. Бедность здесь, конечно, на Занзибаре, очень большая. Люди живут местные только за счет туристов. Никакого здесь производства, ничего. Здесь только торговля, опять же, для туристов. Если туристы купят,
то Танины очки одел, кстати. То это хорошо. А так местная, ну, бедно здесь. О, модный домик. Ну, за счет, так сказать, своего побережья, своего океана красивого, они все-таки источник дохода имеют. Едут сюда европейцы, наши земляки тоже довольно часто стали приезжать. Привет. Такая вот женщина. Привет, привет. Доброжелательная, улыбнулась. Но многие кривятся, когда, блин, едут опять эти. Местная детвора играет. Женщины, мусульманки, недостроенный дом какой-то. Ну, короче, тут все так не весело. Козы пасутся. Короче, друзья, колорит тут. О, а Таня, отойди, то не видно местных девчуль. За тобой. Вот это вам, друзья, нунгви во всей своей красе. Ну, женщины здесь яркие. Как одета. Вся. То есть, кого будет угнетать такая картинка, лучше, конечно, со своей инфраструктурой отельной не выходите, потому что, ну, как бы, дорог нет, ничего особо. Вот такая вот деревенская жизнь. Ну, сами понимаете, народы Африки живут примерно так во многих странах. Здесь нету нефтяных скважин. Все же говорю за счет. Кто устроился работать в отель, можно сказать, жизнь удалась. У него стабильная зарплата, стабильный какой-то доход, пусть даже не очень высокий, но тем не менее. Есть чаевые какие-то. Девчушка маленькая пошла. Что-то сказала. Да. Так что вот так вот посмотришь, как люди живут, и начинаешь ценить, что у тебя не все так и плохо. Конечно, райское место, райский океан, но многие бедствуют. И многодетные семьи видно здесь. Очень много детей. Так, сейчас эта улица должна нас вывести на такую торговую площадь, где мы с вами уже были не раз. Там мы покупаем в Макашнице местную еду. Но тем не менее строят, тут тоже строят. Видите, как они строят? С таких палок связывают крышу, потом ее оплетают вот этой вот пальмовыми листьями. А вот эти вот палки, смотрите, как они их интересно обчухривают. Видно, обчухривают эту самую, да, как сказать, кору, и потом вяжут с них вот такие вот крыши. О, это кто-то. А, не, ну это, так понимаю, тоже какой-то, наверное, сдается домик, какой-то отельчик. Ну, опять же, все для туристов. У кого есть какой-то доход от туристического бизнеса, то... Кто там внутри? Там весы, там несколько видов товара. Да, Mary School. Вот такая вот школа, смотрите, друзья. Зайдем.
Вот так вот выглядит двор школы на Занзибаре. Какая-то доска с расписанием, видимо. Hello. Ничего. Женщина так что-то не сильно доброжелательно на меня смотрит. Вот так вот расписан забор. Угу. Зарабатывают местные, работая официантами в отелях, уборщиками. Опять же, интим-услуги здесь присутствуют, как среди, ну, женщин и мужчин, да, то есть здесь это, ну, сами понимаете, то есть мужчины, мужчины приезжают, ищут себе эскортниц, которые здесь ублажают на протяжении отдыха. Масаи ублажают европейских на местных дам, соответственно, за определенную плату. Ну, так вот и живут. А что сделаешь? Жизнь заставляет. Ну, вот какой-то парниша везет доски. Струганные. Да, ну, да, да, вообще тут шикардос. Тут обычно все строят с таких вот палок, просто обчухранных от коры. Вот это очередная пустошь. Да не, пойдем туда. Где-то нужно нам выйти на улицу. Торговли. Но она, по идее, где-то вот здесь. Местное радио. Вот такая вышка. Вот швейная мастерская какая-то. Здесь продают одежду и, наверное, ее ремонтируют сразу или... Что они сидят? Ремонтируют или перешивают, я не пойму. Две швейные машинки, два мастера. Вот один с этой стороны сидит, второй. И там вот. Ну или как бы ателье просто здесь. Люди дают перешивать свои вещи там. Подшивать брюки и так далее. В общем, друзья, мы сегодня с вами побывали в трущобах Занзибара. Вот так вот выглядит. Вот видите, как закрылась вообще от камеры девочка. Девушка, вернее. То есть она не хочет сниматься. Здесь мусульмане. И кто будет на Занзибаре, имейте в виду. Лучше либо аккуратно снимать, либо, если видите недоброжелательность со стороны местных, спросите у них, как бы, можно ли снимать или нельзя, потому что не получилось кого-нибудь неприятного инцидента. Ну и все, вот опять мы вышли на уже на улицу непосредственно торговли местной. Это туристическая улица, здесь уже все, так сказать, кипит, бурлит, движение, торговля. Сейчас найдем нашу макашницу, которой мы покупаем еду. Вот так вот, такой вот колорит. Вот так вот выглядит ресторан Мабунга, называется. Да? Еще дальше. Такой обменничек здесь я поменял только что 20 евро. Курс сегодня 2500 рупий, шиллингов стоит 1 евро.